Футбольный клуб «Тверь» сыграл в ничью с петербургской «Звездой» в 8-м туре профессиональной футбольной лиги. Встреча прошла в минувшее воскресенье в Твери на стадионе «Юность». Напомню, в соперниках у подопечных Вадима Гаранина была именно та команда, которая выбила их из Кубка России в августе этого года. Тогда, по окончании основного времени, на табло тоже горели нули. Не смогли порадовать тверских болельщиков голами футболисты из столицы Верхней Волжи и в этот раз. Несмотря на то, что хозяева практически на протяжении всего матча владели инициативой, воплотить свое преимущество в голы Тверь не смогла. Таким образом, в матче с одним из аутсайдеров лиги тверская команда скорее потеряла 2 очка, чем заработала 1. Впрочем, и это позволило коллективу из Твери сохранить лидирующие позиции в табеле о рангах. В настоящий момент в активе команды Гаранина 17 очков и чистое 2-е место. Как отметил, комментируя итоги воскресного матча, главный тренер Твери, главное чувство после финального свистка – разочарование. Мы действительно не будем опускать руки, мы для себя ставим определенные цели, мы хотим к ним идти. И, наверное, даже не самый качественный 2-й тайм, скажем так, наверное, в этой игре, это все равно, наверное, шажочек в наши дальнейшие определенные требования в нашей футболе.